Магазин Workout. Лучший спортивный инвентарь для тренировок. Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу свою тренировку на бицепсы. Она будет очень мощная. Я думаю, она не всем подойдет, но атлетам, которые уже занимаются там 1-2 года, хотя бы, они смогут ее осилить. Давайте приступим. Значит, моя тренировка состоит из двух суперсетов. Первый суперсет такой довольно сложный будет, а второй суперсет уже такой более на добивание. Давайте я приступлю к первому суперсету, расскажу вам поподробнее, как его делать. То есть первое упражнение — это у нас средним хватом обратным подтягивания, довольно медленные. Мы должны чувствовать каждую нашу мышцу. Примерно 12 повторений. Я уверен, вы слышали такую теорию, да, что не обязательно там много повторений делать, а самое важное — это сколько ваши мышцы продержатся под нагрузкой, то есть время, которое мышца проводит под нагрузкой. Мы делаем медленно, на 12 повторений, чувствуем каждую мышцу. Это первое упражнение, делается все без перерывов. Давайте заново покажу. Первое упражнение. Мы очень медленно прорабатываем наш бицепс. Сразу же, как мы сделали это упражнение, мы спрыгиваем. Отдыхаем 5 секундочек, немножко встряхнули руки, чтобы они отдохнули. И переходим к следующему упражнению. После 5 секунд отдыха это статика. Вот в таком положении примерно 30 секунд может, ну максимум, как вы можете, короче, висите. После того, как вы повисели там на максимальное количество времени, 20-30 секунд, вы переходите уже к резинке. Это третье упражнение. Тоже отдых секунд 5, наверное. Ставим вот так ноги. Чем шире вы поставите ноги, тем вам сложнее будет. Встаем и прорабатываем бицепс. Тоже делаем от 6 до 12 повторений. Чем уже вы ставите ноги, тем легче, чем шире, тем сложнее. Мы должны сделать таких сетов 4. То есть сделали 3 упражнения, отдыхаем там 1,5 минуты, достаточно будет. Делаем в следующий раз, отдыхаем и снова так 4 раза, 4 круга. Следующее, после этого, как мы сделали эти 4 суперсета, мы переходим уже к следующему суперсету. Он идет на добивание. Естественно, вам сложно будет после этих суперсетов делать второй суперсет. Но суперсет состоит из таких упражнений, как разнохваты, да? То есть вы делаете широким хватом, средним хватом, узким хватом, без передышки. Таких 2 суперсета делаете. Между этими суперсетами тоже передышка где-то 1-1,5 минуты. Смотрите, как это делается. Сначала широким хватом, потом мы переходим на средний и на узкий сразу же без передышек. Делаем по 6 повторений. Сразу же средний хват. И сразу же узкий. Довольно сложно это делать после первого суперсета, поэтому можете побыстрее делать. Не обязательно тут медленно на проработку. Делайте немножечко быстрее, все равно пойдет, потому что это уже добивание в крайней степени такое, просто убивание мышц. И, друзья, не забывайте питаться хорошо, потому что если вы не будете хорошо питаться, то у вас мышцы никакие не будут расти. Поэтому питание — это залог успеха. Больше углеводиков, больше белочков, комбинированные блюда там. Кушайте, чтобы ваши банки росли и были красивечными. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не забывайте, что у меня есть программа тренировок и питания на сайте archomoris.com. Ссылочка будет в описании. Заходите, покупайте и тренируемся вместе. Пока!